Казахстане мастеров арфы не так уж и много, всего три. А в Центральной Азии нужно отметить, что их совсем нет. То есть нам есть чем гордиться. У нас в гостях основоположник школы арфы в Астане, преподаватель класса арфы Казахского национального университета искусств Магруфа Мухажанова. Добрый вечер, с вами Сельмус. Добрый вечер, Магруфа, добро пожаловать в нашу студию. Скажите, первый такой у меня вопрос, чем связан дефицит музыкантов, даже и преподавателей в Казахстане, именно связанный с вашим инструментом, прекрасной арфой? Сама по себе арфа является редким инструментом, не потому что она в Казахстане, а даже в России. В Казахстане, как известно, оперный театр построили в 2006 году, и вот, если не помните, в этом году появилась арфа в Казахстане. А класс арфы, она открылась еще позднее, в 1968 году, в школе, в музыкальной школе имени Жабанова. Поэтому вот тогда я начал набирать детей, одаренных детей на арфу. 68-й год – достаточно хороший возраст для арфы даже в Казахстане, но тем не менее как-то кадров мало. У нас есть вы, у нас есть всего несколько мастеров, получается, не считая выпускников. Наверное, тогда задумались о том, что нужно своих кадров готовить, потому что оркестр заполнены были артистами, музыкантами из России. Поэтому деятели культуры, министр культуры, они задумались, надо было своих арфистов готовить. И попросили арфистку Советского симфонического оркестра Марию Николаевну Иванову, которая является моей первой учительницей, открыть класс арфы. И купили 7 арф, я тогда помню, в 68 году. И вот тогда с тех пор пошла эта история наша. Кстати, по поводу преподавания. С 2007 года вы преподаете в университете искусств. У вас по праву вообще можно назвать пионером этого дела. А вот есть ли ученики, которые сейчас уже подают надежды, вы в них уже видите какое-то новое будущее? Может, как-то у вас какие-то конкурсы, как они себя хорошо проявили? Да, вы знаете, вот любой музыкант стремится вот, участвовать на конкурсе, стать лауреатом, и мы не исключение, конечно. Нас приглашали, кстати, уже вот в том году приглашали. Приглашают. Ну, есть немножко одна проблемка. Дело в том, что у девочек нет инструментов. Это дорогой, надо на нем много заниматься. Но не важно. Есть у меня девочки, которые... Знаете, я когда начала преподавать, у меня был принцип такой. Я так как вообще по жизни максималистка, я сказала, я обязательно в 7 лет буду брать с первого класса, обязательно, чтобы у ребенка все данные были. Ну, поступают они со слухом, все это музыкально есть, да? Ну, еще были одно условие, чтобы родители могли инструменты. Потому что, ну как рабочий без лопаты, да, вот. Я потому что сама через это прошла, и поэтому говорю, с раннего возраста и с инструментом, вот тогда будет какой-то результат, тогда они к 30 годам уже многого добьются. Она одновременно изысканна и проста. Легкость и чистота акустического звучания и вместе с тем завораживающая магия переносит слушателя сквозь века, подальше от суеты современных городов и массовой культуры. История арфы в столице началась с 2007 года. Именно в этот год Академии музыки были приобретены первые 4 инструмента, а в качестве преподавателя была приглашена лучшая арфистка Казахстана Магруфа Мухажанова. Сегодня под ее руководством занимаются 7 воспитанниц, которые получают от нее важнейшие знания об основах мастерства арфиста. Красный это до, а черный, темно-синий фа. Вот остальные тоже не фа, соль и си. Моя мечта стать арфисткой не только в Казахстане, но и за пределами, за границей, выступать сольно, так и с оркестром, и вот прославить наш Казахстан. В ее классе пальчики – это семья, и у каждого пальчика, как и у члена семьи, свое имя. Здесь начинают постановку с левой руки, так как она более свободна, чем правая, и ей не надо обхватывать арфу. Здесь часто можно услышать выражение «порядок в игре», которое означает прежде всего точное соответствие нотному тексту и художественному замыслу композитора. Конечно, детям разрешается и побаловаться, но воспитание в общем строгое. Однако, соединенное с любовью, оно дает свои замечательные результаты. Вы специально для арфы переложили произведение автора-композатора Дәулеткерей Косалка. Вот это как бы
наше народное, так сказать, произведение переложили на европейский инструмент. Как оно звучит? Вообще, может ли она передать весь характер, весь этот темперамент, безразмерное казахское чувство такое? И была ли критика вообще? В самом деле критики не было, наоборот, только восхищение, потому что я вообще давно думала, много надо произведений казахских композиторов, вообще казахской музыки играют на Афе. Потому что классики много, все играют, а мы вот как бы, если мы куда-то выезжаем, да, мы бы, если сыграли свое казахское, ну это интересно, понимаете? Поэтому я начала, конечно, к сожалению, я не композитор, я вот сочинять не умею, но кое-какую такую обработку, ну, под Афу, немножко разжевать, я, конечно, вот это чуть-чуть умею. Поэтому были готовы, но вот эту фортепиано позвала, я немножко его на подарку разжировала, немножко добавила там глиссандо, вот наши эти приемы, да, и получилось очень симпатично, и с удовольствием слушать, и даже восхищаться. Сколько времени потребуется, чтобы обучиться этому инструменту? То есть, со скольки лет желательно начать обучаться этому инструменту? Ну, я уже как-то сказала, что вот я желательно с ранних лет, поэтому если на скольку лет 6 лет, да, они уже поступают 7 лет, уже играют. То есть сразу в школе? Да, я хотела бы. Ну, однако так не получается. Вот, например, приходят девочки, ей уже 14 лет, а мама очень хочет на я беру. Потому что, знаете, бывают иногда такие случаи, когда вот такой взрослый ребенок, допустим, да, у него желание огромное, да? Ведь любой инструмент требует терпения, труда. И чуткий педагог, который руки поставит хорошо, да, и с ним занимается, он сделает лучше, чем этот ребенок с первого класса, допустим, да. И таких случаев много. По поводу самого инструмента люди, простые люди могут, так сказать, люди не искусственные, могут не отличить, допустим, альт от скрипки. Вот такой же вопрос существует. Арфа тоже бывает разная, делится на разные виды. Да, вот тоже опять приведу пример, да, есть такой молодой, он очень популярный арфист, 30 лет ему парень. Он начал играть, как раз вот сначала, на есть парагвайская арфа, они маленькие такие, играют на хчок. Если вот не смотреть, она звучание будет прям как гитара звучит, но это арфа. Есть кельтская арфа, кельтская, так как Ирландия, это особая страна, где вообще арфа была национальным инструментом, да. Вот она такая тоже небольшая, вот на ней тоже много сейчас играют, да. Есть педальная классическая арфа, на которой мы играем, но это самый сложный инструмент, потому что на ней 47 струн и 7 педалей. Это самый большой такой. Да. И вот сейчас еще стал популярным инструмент электроарф. Электроарф. Представляете, да. Это, и даже вот симбиоз такой кельтской и электроарфы, да, на которую, ну, просто они делают такие шоу-программы и очень-очень популярны. Сегодня существует 5 видов арф, но самое сложное по строению считается классическое. Характерная ее особенность – прямая колонна, наличие двух рядов вилок и 7 педалей. Спереди находится стойка, сзади резонатор, а сверху гриф. Боковые стороны резонатора называются ребрами и делают из кусков цельного тополя толщиной 7 мм. Мастер обводит ребра по шаблону, а затем их выбеливает. Теперь на каждое ребро наносит линии разметки, чтобы вырезать пазы. Далее приклеивает опечатку. Она увеличивает площадь поверхности, благодаря чему ребра будут надежно крепиться в нижней деке резонатора. Затем мелким рубанком удаляется лишний материал, чтобы инструмент стал легче. Примерно через час намечают резонаторные отверстия, через которые будет выходить звук. Далее с помощью ленточной пилы вырезается гриф. В нем прорезается паз для установки стойки. Затем вбивают шпильки и закрепляют все детали. Насколько прочным будет крепление, очень важно. Ведь арфа должна выдержать натяжение струн силой в 360 кг. Теперь осталось лишь натянуть струны и настроить инструмент. Скажите, а где можно этому искусству красивому обучиться у нас в Казахстане? Вот сейчас, получается, в Академии университет искусства. Да, в университете искусства в Казахстане есть. Можно туда поступать, ко мне, по-моему, волонтерились. Скажите, что достаточно вообще? Я думаю, достаточно, потому что, знаете, вот, например, оркестр, да, громадный оркестр, да, сидят первый год 10 скрипачей, второй год 10 скрипачей, 20 скрипачей нужно. Этому оркестру всего лишь одна арфистка нужна или две. Ну, если роскошный оркестр, две-три арфы и все. А у нас обходится одна арфа, поэтому, знаете, мало того, редкий инструмент, он нужен-то мало. Поэтому, мне кажется, большое количество тоже не надо. А я напомню нашим зрителям, у нас в гостях была
преподаватель класса арфы Казахского национального университета искусств, дипломат международных фестивалей Магруфа Мухажанова. До новых встреч!